Первая мировая и Великая Отечественная. Локальные войны и конфликты современности от 19 до 21 века. На выставке представлены почти три десятка редких архивных снимков. Главная идея – показать, что жестокое время – не повод становиться черством. Это пора сострадания и милосердия. Выставка сама представлена уникальными архивными фото из фонда Белорусского общества Красного Креста, Государственного музея современной истории России, ТАСС. Ну и, естественно, международного движения Красного Креста. Каждый из снимков – беспристрастный взгляд фотокамеры на часть не только мировой истории, но и трагичных периодов нашей страны. Это документальное свидетельство того, что везде и всегда есть место человечности. Поэтому и точка для проведения выставки – территория Брестской крепости – выбрана не случайно. Эта выставка символична, что мы ее выставляем именно в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Все фотографии, которые здесь представлены, они представлены ту деятельность, которая была во время военных действий и послевоенное время, тяжелое время, наверное, в первую очередь для нашей страны. У выставки нет возрастных ограничений. С фотографий на посетителей смотрят люди разных времен и поколений, чтобы напомнить о милосердии и вызвать эмоции. Я думала, что... Все умерли, там это очень было грустно, там война была. Я считаю, что Красный Крест делает хорошую работу. Для меня это совсем новое, я приехала из другого города, но там такого нет. Выставка очень-очень хорошая, очень впечатлительная. Ну, даже не знаю, эмоции такие, внутренние, конечно, эмоции, потому что трогает душу, трогает сердце. Трогать за сердце и душу, пробуждать положительные эмоции и рассказывать о трагических событиях языком фотоснимка экспозиция будет до 22 сентября. А это значит, что у брещан и гостей города есть хорошая возможность взглянуть на историю военного времени совершенно с другой стороны. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».